СМИ, которые презентовали сегодня, отношусь положительно, действительно. Это увеличивает совокупный медиаресурс. Поэтому я расцениваю это как положительное явление, которое позволит до большего числа конечных пользователей довести нужную информацию. А в Петербурге на вашей памяти были ли уже такие успешные слияния, которые привели к какому-нибудь результату уже знакомому? Нет, как правило, их не было. Если происходили слияния, то одно СМИ поглощало другое. Такого слияния, где СМИ могли бы существовать автономно и вместе с тем объединять ресурсы, я в Петербурге не помню. Какие ожидания вот от такого синдиката, во-первых, такого достаточно названия дерзкого, и во-вторых, ну, что может делать синдикат на медиарынке Петербурга? Я вижу в основном эффект от распространения информации, что касается дополнительных рекламных возможностей, тут есть, конечно, большие сомнения, потому что очень сильно меняется рынок рекламы, непонятно, что воздействует на аудиторию, соцсети, там, интернет-ресурсы, какая-то там наружная реклама, телевидение, радио. Все очень стремительно меняется, падает эффект от всех. Люди уже ничего не читают. Люди только просматривают. Как привлечь внимание, никто не знает. Поэтому, если удастся представителям этих агентств сформировать продукты, которые заинтересуют потребителей, тогда эффект будет.